ですね、続きまして、ルスラン・グバソフ・バシキール国民政治センター代表にお話します。 Здравствуйте, уважаемые участники очередного форума свободных народов Пост-России。Меня зовут Руслан Габасов, я являюсь руководителем комитета Башкирского национального движения за рубежом. А также есть такая организация, как Лига свободных наций, куда входят десятки порабощенных народов Российской Федерации. Я являюсь ее действующим президентом. Хочу выразить благодарность организаторам форума, лично Олегу Маголецкому. Олегу Маголецкому хотим мы, но форуму вообще всячески благодарны, как они хотят, что они нас. И, конечно же, японским властям, которые предоставили площадку для данного форума. Слушайте, мы чем но форум у, но форум на дисциплине о каноничке благодарны, не полностью и будем оканчивать, что они нас. Ход истории невозможно изменить, остановить или обратить вспять. Регичного нагары о томарюкотому, каэрюкотому, хантайнахоопуни каэрюкотому дэкимасэн. Есть исторические, объективные причины разрушения и гибели государств и целых цивилизаций. Тэйкоку то макокура хорубилюкоту ни гутайтэкина риюга анимас. То же самое можно сказать и о России. Россия не кончит, но такого начекоту гаринимас. Это недогосударство подошло к своему финалу, и его конец неминуем. その ロシアという失敗国家は少しずつ終焉に向かって進んでいるわけでありまして、そしてその終焉は方向逆的であります。Понимаю, что многие боятся изменений, перемен, возможно, катастрофических перемен, но они в любом случае произойдут. もちろん多くの人々はその大きな変化、その大きな災害だったりとか、その大きなそのカタストロフというものを恐れていることは分かっているんですけれども、でもその大きな変化は確実に起きます。Россия – это империя классического типа, которая жила и расширялась за счет подавления и колонизации других народов и территорий. Россия – это действительно тенденциозная империя. Многие народы, которые входили в состав этой империи, уже исчезли. Многие сегодня находятся на грани исчезновения, их вряд ли уже спасешь. そのロシア帝国によって支配された多くの民族はすでに存在していません。そして今でもロシアに支配されている多くの民族は本当に全滅寸前であります。Но многие народы еще можно спасти. でもまだ救うことができる民族もたくさんあります。Многие народы, находящиеся в составе России, имеют свою государственность, свои сохранившиеся языки, культуру и историческую память. ロシアに入っている多くの民族は未だに自分の民族の言語を守っている、自分の先祖に対する思い出を保っている、そして民族的なアイデンティティを保っている。Все они имеют право жить самостоятельно и независимо без указки из Москвы. そしてその全ての民族はモスクワから支持されることなく、民族自決権を使用して、自由かつ独立の生活を送る権利を有します。Если цивилизованные страны мира ставят как высшую ценность именно права человека, то мы тоже люди, и у нас есть тоже свои права. Именно в умной качестве сагайдова, якори джинкен, то имоно, ва, ичиман оуки на качи омоттеру моно де аримас. Варе-варе мо джинкен де аримаште, варе-варе не мо джинкен га аримас. Я башкир и являюсь частицей 2 миллионов башкирского народа, который имеет свою историческую территорию, но который уже много веков находится под гнетом Москвы. Ватащива башкирджин де аримас. Варе-варе башкирджин не ва, сно дентотекина чики. Варе-варе но куюну льодо га арн дескередомо. Сно варе-варе но куюну льодо ва нанчивне нанхекунен кан мо зутто Москва не йоте шихай салтемас. Мы много веков сопротивлялись, боролись, сражались за свою свободу, но мир закрывал на это глаза, потому что они считали, что Россия должна жить такой, какая она есть. 我々は何百年間も独立を得るために戦ってきましたけれども、世界は我々の戦いを無視してきました。なぜかというと、世界はもうロシアは今のままでいい、今のままで存続すべきだと考えてきたからです。Сегодня все изменилось.
Россия, напав на суверенную Украину и устроив там самый настоящий геноцид, показала всему миру, что это государство – монстр, который никогда не откажется от завоевания, уничтожения и причинения горя другим народам. Има Россия, га Украина ничего не окупит. Это будет масса, но кемсацо обунал коту не идет. Ценцы га и ни чего га багребону да аркутоши мешимашта. Со что Россия ва когда чего товары, зета и ни рингу коши не посуру коту. То на рино минзо коши хай суру коту, зета и ни акираманай то и коту се га ничего мешимашта. И даже убрав Путина и его преступную команду, Россия не изменится. Например, Путин, то, карено хандлей такие чимо, хайдер штату, что ему Россия бобка соно моно, а кого работу га аримасен. Даже если будет в Кремле сидеть Ходорковский, Навальный или вот Пономарев, Россия не изменится. Например, да то я говорю, Россия могу кай не ва, Навальный да тай, Ходорковский да тай, а Пономарев сам га, сокол кичем да та, то что ему Россия бобка ва кого аримасен. У этой хищнической империи всегда будут свои геополитические и стратегические интересы, которые обязательно приведут к войнам и жертвам. Соно японские натейкоко ва канаразу хакенсюгидеки на шисо и такимаште, соште соно хакенсюги но мото де атараши куни ничи нягоштари, матава атараши соно ёду какчоу окоромитари суру деару. В этой стране болен сам народ, который смиряется с тем, что они всегда живут в нищете и деспотии. Но они это компенсируют своим величием страны, ее размерами, ее оружием, в том числе и ядерным. Так как Россия Нобаева, Россия Кокумин Носисо Соному Нова Биотеки Даримаште, Россия Кокумин Ва Джигурга Сон Хинкон Де, свой Хинкон Наттенагара Мо, своего субыта уберете маште, Сон Джигурга Хинкон Де Аркаварини, Джигурга Тачева, Субоку Волкина Гунта Моттеру Датока, Субоку Сайши Деки Набуки Моттеру Датока, Сою Магунчи Деки на Идайса Ниотте, Джигурга Но, Надрева, Хокори О, там то, что я имас. Они будут продолжать ненавидеть весь мир, боятся свободы и демократии. Тогда Карерова Конгу Тому, Джию Тому, Ищу Шугио, Осуэру Дару, Ши, Сочте, Маварину Сакаю, Кирау Дару. Всего 10 лет Россия пожила при Ельцине, который по некоторым меркам, в ней происходили демократические преобразования после 70 лет советского тоталитарного режима. Такая Россия ва на начальном кан доксай таки на сорен, но шихайка не укарита нам до скоредому, сам сорен как угощта, то не меньше таки на кай како тата дживнен канчка таки масендешта. Эцен мосейкенга дживн тата дживнен девалимашта. Но за эти 10 лет они начали войну в Приднестровье, Абхазии, две чеченские войны в республике. Нам так и досно. Меньше вот эти на Эльцин задачи ва, Россия ва, это Абхазия на сенсо хачим имаште, Приднестровье, Мордова де сенсо хачим имаште, сочте в Тацумону чечен сенсо хачим дава кеде гаримас. И в итоге этот народ сам выбрал себе очередного диктатора Путина и из демократии сам перешел опять в тоталитарный режим. Сочте соно кеккаде, соно Россия минцокова мата джибунде адраши доксайша ойранде, мата джибуну ищи ниоте минчу шуги кара доксайни кякому доричте шимаймашта. И даже когда Россия проиграет войну в Украине, она ее обязательно проиграет. Такара, татой ба Россия га Украина де сенсу не макета аду де, ну, сочте Россия канразу имамо сенсу не макеру. Она не изменится. Россия, оно наиму кара кавару коту га аримасен. Ее невозможно изменить ни Евросоюзу, ни Америке, ни всему миру. EU демо, Америка демо, Земсагай демо, Россия на хуйстока, Эргутуга декимасен. Единственное, что можно сделать, чтобы остановить эту нескончаемую агрессию по отношению к другим народам и всему миру, это разделить Россию на десятки независимых государств. Юицу, Конго, но Хунсов, все это тамени, а дальше Сенсов, все это тамени, дети Рюготова, Россия Ремпо, Кайдайште, Кью Россия Ремпо, Де, Нанчу, Кокано, а дальше Кокто, сколько туда того, до чего у нас. Не только Башкортостан, Ичкерия, Татарстан и другие народные республики должны стать независимыми, но и регионы России должны сами решать свою судьбу независимо от Москвы. Башкортостан, Ичкерия, Татарстан, надо, но сано рембо нака, но кёвакоку даке дава накте. Россия рембо нака не хайдеру субету ношу ва чибунде чибуну мирай о киме накрывайте на это у нас. Как когда-то бывшие колонии Британской империи, такие как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, получили свободу,
かつてはですね、イギリス帝国に支配されてたアメリカ、カナダ、オーストリア、ニュージーランドなどインドなどが自由を得たように、так и сегодня Уральская республика, Сибирские штаты, Дальневосточная республика, Ингрия, Кубань и многие другие новые государства пост России имеют право получить независимость. Территории, которые были, незаконно и несправедливо захвачены у других стран, такие как Крым и Донбасс у Украины. Сочте хогану куни кара ихо ни убаттариоду ка, татоеба Украину Кримия тока. Курильские острова у Японии. Нихону хоппориоду тока. Кёнигсберг у Германии. Дойцма Кёнигсберг тока. Все это должно быть возвращено прежним владельцам. Фухоню убаттариоду ва субете мотома учинучини кайса накрывай кимасе. Чтобы распад России не превратился в хаос и анархию, страны G20 должны взять на себя ответственность за контроль над процессом дезинтеграции России и поделить ее на свои сферы влияния. Россия, но Хокайга, контроль в плане Наранайонева, G20, но Кунигунева, Россия, но это Ункацу Канри, О, Ште, Соштема, Россия, но Хокайга, просто, да, Хейва, Деки, Кацу, Бун, Майдекини, Оконоваре, Риони, Канши, Канриоши, Накрывайте на этом. Для этого не обязательно Япония отправлять свои вооруженные силы на территорию России. そのためには日本は別にロシア国内に軍隊を派遣するようなことをする必要はありません。Мы сами будем освобождать свою территорию. 我々は自分の領土を自分で解放します。От вас нам нужна только помощь экономическая, финансовая, политическая, дипломатическая. 皆様から求めているのはあくまでも政治的、外交的、経済的な支援のみです。Только в этом случае не будет применения ядерного оружия, так как Москва не будет применять его по своим же собственным отделившимся территориям. Сону баи не кагиттева, Россия не юру, как у хейки, но шию, а ариенаку наймас. Назага даю то, джигоку лёвуду почте, митометру лёвуду не дайште, как у хейки, о шию суру поту, а мазу найто. Россия, как у хейки, о шию суру хацу, га найто, наймас, джигоку лёвуду не дайште. Не будут и новые образовавшиеся государства угрожать кому-то ядерным оружием, так как они сами в первую очередь будут заинтересованы в том, чтобы с них их признали независимость, их признали их независимость. Сочте то удзен отрачку декта по нему не мол, ма сэгай у кивай читающий ма сэн. На закат дают то, коксай шакай не юру, шио нин о хиджо ни... Сорок отрачи ку нигу не тот тэва, коксай шакай не юру, шио нин о эру готова хиджо ни тайсэцу как раз. Чтобы с них сняли санкции, чтобы они начали налаживать новые экономические связи, получение кредитов и так далее от мировой цивилизации цивилизованных стран. Сочте има мада Россия не касали де так и дай сей сай на долг, а и пишите морал там и нему, коры горова дес, не коксай шакай то, но киорек уши арте, ма коксай шкену эру там и нему, ма юрис, но юрку теки на конфей о рингу, готовки цука на кальбеки дай дес, а дальше куни бутила. И независимое государство Башкортостан точно так же будет стремиться к миру со всем миром, демократическим переменам и свободе личности. なので独立したバシクロタルスタンも今後ともは民主的な社会、友好的な関係、そして、普遍的な人権を尊重するような国のあり方を目指します。Но все это, я повторяю, должно быть построен контролем международной коалиции. Демо, прикаяши народу, скажет, тому, сою кенгоку, атарашикуни закурива, яхари, оксай шакай, но канрика не укорана крепается. За последние 30 лет на карте мира появилось 37 новых государств, и мир от этого не стал хуже, наоборот, только обогатился. Коно сую джиунен кан дева, сакай дева, атарашику, санчуна, капоку га, декимашка. Точно так же мир только выиграет от того, что на планете появится еще несколько десятков новых независимых демократических государств. Да, сам Иомада, Санджина Какоко, а дайте год не от вас, Сакаева, Юрий Фонтей, Натанайши, Муширо, а на Юрий Тайодеки нас, как они нанимают. Так как и Марошия Дева, Дрэши Кокага, Скорер Кото не от вас, Сакаева, Юрий Тайодеки нанимают, а Юрий Юдакана, как они нанимают. Надо только мировым странам отойти от идеи спасти империю под названием России и начать помогать тем национальным и регионалистическим движениям, которые борются за свою независимость. Сонтамени Чиюнанова, Россия Тию Тейгоко, Скоуту Сургото, Акирабе Тей, то что Россия Кукунай на Накаде, Чигуно Чию, Чигуно Токуицо, Медзаште, Кацадо Сурю, Шиусу Минзоку, но Шиену Хачимарю Годода. Мысль о сохранении целой и единой России – это большая ошибка, которая обязательно принесет в будущем много крови, горя, страданий миллионам людям.
一つで深掘的なロシアを保とうとすることは大きな失敗でありまして、この失敗を犯してしまうと、将来的には世界中の人々にはより多くの悲惨、悲劇、血をもたらす、ダメな結果になると思います。Заканчивая, я хочу сказать, что всем, что мы, башкиры, также хотим и должны жить самостоятельно, а наша республика Башкортостан должна стать независима ни от кого. Мы сами должны определять свою государственную экономическую политику. 我々は自分で自分の内政や経済の政策を決めなければいけません。Время империи давно прошло. Башкиры сегодня говорят: нет империи России, да здравствует независимый Башкортостан. 帝国の時代は特に過ぎています。今のバシキル人がこう言ってます。もう帝国主義反対、自由なバシキルに賛成ということを言います。ありがとうございます。